Всем привет! Это коротко о том, как работает Jumping Jack Flash. Почему меня не было такое длительное время, вы сможете узнать в моем телеграм-канале, ссылка в описании. Способность станда Jumping Jack Flash – отмена силы притяжения. Если кто-то коснется слюны юзера, то он и все то, чего коснется, потеряет силу притяжения. Радиус стенда 20 метров. Если выйти из этой зоны, то притяжение вновь вернется к объектам. Вакуум. Если в радиусе 20 метров от Jumping Jack Flash есть человек без силы притяжения, то в этой области создастся вакуум, помимо отсутствия притяжения. На юзера стенда это не распространяется, так что он будет в порядке. Пушки. Также на руках самого стенда есть небольшие пушки, которые надо заправлять небольшими объектами, по типу болтиков, а затем он может ими стрелять как из пулемета.